Пытание эффективности мер по супрадзеянні незаконному обороту наркотиков на территории Гомеля разглядали сегодня на посяджении гарвыканкама. У 2018 году выявлено свыше 1000 злочинств по линии наркоконтролю, у тым ліку факты сбыту. До криминальной отказности за незаконный оборот наркотиков притягнуто 218 особ, у тым ліку 63 за злочинства, связанные со сбытом. Выявлено и спынено несколько каналов поставок наркотиков и психотроп за мяжи. На сегодняшний день мы имеем неплохие результаты по выявлению помещений, специально приспособленных для выращивания особо опасных наркотических средств марихуаны. За прошлые 3 года значно снизилась подлетковая злочинность по линии наркоконтроля. Например, в 2015 году за сбыт и распаусюдживание наркотиков было затримано 37 неполнолетних. У минулым годе – трое.